Прямая пешеходная дорога к остановке, обновление которой сразу пришлось по душе жителям и гостям курорта. Еще в начале месяца здесь была народная тропа. После обхода Пионерского проспекта глава города Юрий Поляков дал поручение по благоустройству. Места оставили, очевидно, под елки надо хорошие, только не такие, а сразу такую приличную. Да, да. Понятно. Вот видите букву? Я думаю, надо дать поручение. Хорошая стела, она уже такая исторически сложившаяся у нас. Угу. Надо будет ее освежить, обновить ее. И давайте продлим вот эту народную тропу нашу, которая идет к остановке. Потому что люди все равно идут по тротуару, и они прямо идут на остановку. По словам МКУ «Ремстрой», план работ полностью выполнен. Произвели и косметический ремонт стелы, освежили буквы и закрепили декоративные украшения. Осталось только озеленение. На месте клумб высадят цветы и хвойные деревья. Была сделана народная тропа. Было произведены работы по окультуриванию, уложены плитки 42 квадрата. То есть поручение выполнено. Сейчас ведется строительство тротуара возле Технополиса Эра. Пешеходная дорожка будет составлять 760 квадратных метров плитки. Работы планируется закончить уже завтра. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.